Koshi. Не надо ее поднимать, она сама встанет. Усильнее давай. Держи ее локоть. Цени кот. Цени кот. А ты не отпускай. А, не надо. Держи, хорошо. Ты живая или нет? Садони на меня. Видишь? Ничего не делает. Будущая мама. А ты знаешь, что он? Посмотри, что мама делает. Готовит, убирает, за базар ходит. А у тебя сил нет. Ну, не вижу. Пошли. Внимание сюда. Первый номер. Десять раз. Пошли. Раз. Два. Три. Четыре. Правой рукой
Саня, держи локоть. Только я взял, сразу локоть должен. Опять сделал шаг, ногу вытащил, раз, хоп, и бросок. Пошли. И делай мне туда и сюда, вправо-влево, взяли сюда, хоп, за ногу. И поменялись. Два, один вправо-влево меняем. Высоко не поднимай. Что, не можешь ногу вот так поставить? И сделай страховку? Видишь, она не работала, потому что тебя не было. Совсем разучилась. И посажали. Посади. На стульчик. Вот так. Большое спасибо. Когда играем. Отсюда слышно штамп. Юса слышно. За пяточку мы. Эй! Что вы берете в колено? Шаг назад, мы сели за пяточку. Два, два, два. Первый, второй, первый, второй. Вот.
естественно, на здравствуйте. Нет. Просто ученик или да? Да? А вы где? А А там нету? Сейчас, подожди, поехали. А вот посмотри, там есть? Ну что стоим? Мальчика не видели, да? Нет. А если девушка зайдет? Первый раз. А первый раз? Нет. Хорошо, Матэ. Так, что у нас там? Мы что делали? Бросок, что у нас там по сапу еще есть? Борьба. Нет. Высокий паркур. Да, посмотрите внимательно. Отсюда. Отсюда становится. Вот у вас тогда ближние. Раз, захватили. Спинники очень. Януш? Иди сюда, Виктор, встань. Виктор, встань. Зажимись. Ручки поставь, высокий паркер. Вот так вот поставь, чтобы пальчики не отнимать. Да. Значит, еще раз, вот вы стоите на колене. У вас рука. Вы захватываете руку. Раз. И переходите сюда, видите, оп, начинаете делать болевую. Ногами оп, начинаете делать. Все. Прощайте. Это руку вот эту перекрой. Садись на колени. Два. Посмотрите, стоп. Смотрите, захватили ногу, то не поднимаете, а вот колено в сторону, хоп, и получается. И прижать его, положить на живот. Скорее. Да, давай. Никто не работает. Хорош. Нет, прижать. Животом прижать, да? Вот она средняя, да? Хорошо, Матвей, все, закончили. Для этого нужно хотеть делать. А для того, чтобы хотеть, вы должны просто ходить по 200 рублей, и вы все будете делать. Так. Готово, конец. Еще раз. Ручки. Ну что, так процесс. То есть отсюда, да, вспоминаем. Движение раз. Отпрыгнуть назад, ныряем, раз, два, бедра прижимаем к груди и вытаскиваем. Одна рука идет сюда, другая хоп. Бросок захватом за две ноги. Еще раз. Что делаем? Ныряем, раз, два, прижимаем, хоп, подняем. То есть можно сразу бросить. Ну это в борьбе, здесь как придержите. Рука между ног, это сверху перевернул. Пошли. Отжимаем. Пошли. Так, вы не поднимаете. Что ты стесняешься больше? Уже ты не борец или кто? Готово? Ручки. Раз движение, два. Потом не поднимаешь ее, берешь и чуть-чуть просто делаешь. Эй! Сверху!
Нет, а зачем ты кашанка? Чуть-чуть приподнялся, да, и переворот. Возьми за колени. И чуть-чуть толкни, а? И все. А ты хочешь жест, поэтому она начинает. А если ты думаешь, я вот не посуду бить, а ты будешь смеяться. Он пойдет в троллейбусе, он будет орать: хочу окна, а ты будешь смеяться. Учить где дома? Дома надо. А тебя не научили, что преподаватель — это святое? Плохой, хороший — это святое. Правильно. Пункт 2. Тренер не прав, смотри пункт 1. Так, что вы сидите на этой сальце? Переодеться. Есть спортивная форма? Значит, как переодеваетесь? Одеваете куртки, идете на улицу, 5 кругов на стадионе ходите. Но что если вы будете бежать, то вы пробежите круг и умрете. А так 5 кругов вы придете сюда. Хорошо? Не видели никогда стадиона? Руслан, ты за нее отвечаешь. Если что случится, пожалуйста, будьте аккуратны. Если кто-то еще что-то,
Телефон возьми на всякий случай, если что, а у меня нет. Ничего не случится. Так, итак, делим на две команды. Ботнер. Здравствуйте, простите за опоздание. И что мне теперь делать? Домой, я еще раз. Я был дома, переоделся. Сейчас, подожди, я запишу. Так. Вот здесь остановитесь. В лицо поставь. Так нет, я круг-то. Чтобы родители видели. Да, они знают, все равно. Все равно. Так, сейчас, подожди. Да. Значит, сейчас вместо трех уже четыре. Где вы были этот час дома? Меня зовут Вискун Денис. Я занимаюсь секцией дзюдо. Мой тренер Сергей Анатольевич. Я опоздал на один час, потому что был дома и поменял себе одежду, потому что она была грязная. Ага. До свидания. А почему была грязная? Нет, ну мне начало понравилось, поэтому я не стал спрашивать. Блин, ну теперь надо ждать, пока он разомнется. Там бороться нет. А? Бороться нет. Как нет? Бутылку. Так, что ты сидишь, Влад? Шел качаться. Потом, когда сделаешь, позовешь меня и покажешь, что ты делал. Хорошо. Все покажешь. Влад. Сто раз отжался, значит, надо показать сто раз. Правильно? Не-не-не, я так не смогу. Так, да. Ко мне идет Макс. Куда? А, нет, Макс садится. Макс садится. Сергу сюда. Виктор сюда. Боремся по самому. Балл, 2 балла, 4 балла. Кто? Буду. Вискун. Наша команда. Так, Ливер. И Страйкер. Страйкер до нас пес. Есть кто будет делать и все. А ты командная. А ты командная. Тикея. Два Абрама встали. Минишка, где? Так, сейчас он подвезет. Можно встать в строй. Ты разомнись. Раз. Возьми там разомнись. А, быстрее. Не быстрее, да. Разомни, а ты еще травму получишь. Так, стоп. Я хочу, значит, Ливию может выиграть. А, хорошо. Бугай сюда. А там девочки, я стесняюсь. Там серьезно. А, серьезно, я серьезный девочки. Серьезный девочки. А что это? Ты просто походи. Так, теперь. Маша. Нормально. Я побуду. Нормально. Маша сюда. Вот сюда. Вот еще один кандидат на спешу. На камеру. Дай. Стоп, 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 стоп. Давай, 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 Даня. Нормально, нормально. Нет, нормально. Нет, нормально. Он покушает, он пока зайдет, он приходит. Лицей туда. Макс туда. Нет. Левый, правый, не знаю. Так, пожалуйста, вы садитесь туда, а вы садитесь сюда. Так, значит, я еще раз хочу посмотреть. Значит, Виктор, пациенты все сложились, что ты можешь проиграть. Значит, 1-0. Влад Бутук. Денис, ты разминаешься или что? Просто сразу победу отдам. Пальчик разминай сначала. Одну руку, вторую. Сразу две. Встань туда. Денис, встань туда, пожалуйста, сам разминайся. Влад должен выиграть. Счет 1-1. Виктор со страхи может выиграть и проиграть. Виктор, я с Виктор, Ливер со страхи. Извиняюсь, Ливер. Да. Да. Два раза меньше, один раз ты, да? Ты можешь выиграть. Еще раз. Есть готовы, ничья. Маша должна выиграть. Макс не знает. Он может выиграть, может нет. Ну, вроде как.
Еще раз. Без бросков, эй! Ну, двоечники, я офигею. Так, кто у нас там первый? Мунтя. А дальше борется у нас Маша. Маша, я эту бочку беру. Так, дальше борется Абаби. Абаби Пуга. Дальше борется Истра. Нет, не Истра, извиняюсь. А Ливио. Ливио, как фамилия? Макаш. Ливио. Истрати. Истрати Артур. Дальше. Да. Дальше борется. Девочка, когда они выиграют все, и скажет вам, что она бы вышла уже, и чтобы закрыть. Хорошо, а там есть Влад, не знаешь? Нету Влада. Муж же есть там в зале? Ну там, мы уходили там. Ну, если он качается, то пусть. А что нужно закрыть? Актовый зал. А, хорошо. Она придет, скажет, что... Да, хорошо, да. Массаж. Потом у нас идет Богдан. Богдан, Виктор. Нет, бутылки. Бутылк. Да я последний, да? Не, не бутук, а этот, Вискун бутук, вот. Нет, бутук, правильно, бутук, Вискун. Так, еще у нас Дарцин. Разогревайся. Все, Матей, два балла. Команды разошлись. Команды. Таня, ты разминаешься, и потом будешь бороться. Или отправить тебя покачать? Бороться, ничего не хочешь, ты иди сюда. Вот, сядешь сюда и будешь следить за схваткой. Контролировать вправо, влево водить, чтобы они попадали. Хорошо? Но. Не по три будут бороться? Нет, по четыре пары сразу. Ну у тебя только одна это есть. Не, дай. Одна камера. Тут не надо закрывать. Продакшн стоит, продюсеры, застоялся. Пацаны,
по 10 лей соберитесь, пожалуйста. Кинооператору, кинооператору. Так, ты со мной поделишься. Итак, Юрий Александрович. Так, Юрий Александрович засекает время. Сколько? Три. Юрий Александрович по 20 лет собирает. Ну как, за то, что он работает. Нет, я понял, но на что собирает? Просто так. Как это? За работу. Я больше... На ковер вызывается бот на Армонтян. Бот на Армонтян. Бот на Армонтян вот здесь. Вот здесь. Так. А судья международной... Садись. Давай, а судья международной категории не надо. Мне по 30 лет собирать. Нет, почему, Юрий Александрович? Ну а как соревнования проводятся? Просто... Я что, просто буду вам судить? Да играй все в нарды. Вот и больше берем. Скажите, что вы меня соберете. Да, так, вот вы меня соберете? Конечно. Все, значит, я вам подаю победу. Давайте. Камера снимает. Да, пожалуйста. Я подам в суд. Пожали руки на середине. Значит, еще раз напоминаю. 4 минуты. 8 баллов. Разница. Схватка заканчивается. Болевой. Схватка заканчивается. Чистый бросок. Схватка заканчивается. По самому. По самому будет. Вопросы есть? Нет. Боремся. Все. Поймем тебя в новый бросок. Первое замечание. Замечание за неведение борьбы. Следующее будет предупреждение, а баллы уже можно проиграть. Обоим замечание за неведение борьбы. Предупреждение за неведение борьбы. Предупреждение. Да, подушись, я помогу. Только.
все, все, девочки, можете идти сейчас. До свидания. Дальше на этом. На этом, лежат, на диване. Да, сюда, иди сюда. Значит, там дверь в этот самый. Да? Нет. Дверь, это сумма. Вот это, тренажер, где тренажер, давай. Так. Ой, у меня тут много данных спец. Второе предупреждение за неведение борьбы. Второе. Держание. 8-4.
по самбо, после удержания, это и он. Я знаю, но надо бороться дальше. А бросил же Андрей. Может, еще раз надо будет. Так он будет. Держи сам. На середину. Так он будет долго минут, да. Один балл. 9-4. 9-4. Сколько времени? 20 секунд. А это будет другим бросок. Бросите удержать, Маша. Бросите удержать. Вперед. Бросай, бросай. И пойди. Я попал за руку, чтобы добыть. Аша. Два балла. Это сколько? 11-4. 11-4. Пожали руки. Маша, достала. Так, все. Все. Счет 1-0. Прошу. Пожали руки. Следующий борется. Ливио. Готовы? Да. Мы готовы бросать. Это понимание. Я уже стар на прием. Да. Но. А, это было. А, это было. Пуля! Подышайся мне там. Я сейчас. Цинь, ты пугай. А, что, спать не хочу. А, уж спать. Стоп, подышка. Смотри. Когда вы попадаете в парк, вы делаете какой-то прием. Если он не получается, вы приходите на второй прием. Не получается, на три. То есть, если у вас не получается, я поднимаю соль. То есть... Лука, это шеф. 1-0, команда экипа. Оно. Да ну, почти, Лука, я в парк, а может, прием с тобой. А что, Два балла. Команда. Предупреждение. Бал туда. За уход за ковер. Придержание. 2-1. 2-1. Нет, это замечание. Ясно.
Гуга, Гуга, я сегодня, давай, Гуга! Порядки, как он прошел. Суперском пункту, бросок, Гуга, Гуга, да, Рукер Гин. Ну, давай, 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 Рукер, давай, давай. И тут, бум! Скрипало! Ой, Гуга, ты я, ты я, ты я, Итак, команда Екипа Уно. Эстрадио. Екипа Дой. Лилио Маткас. Ваши дети. Ваши новые. А эстрадио тут? Не сказали. Thank you.
ночью, он ставим ПДЗ. Да. Возьми. Это шедевр. Держите. Контент. Это же хайп, как для шопа мы. Ничего так, это... Сейчас мы здесь дверь откроем. Да. Сейчас.